Всем привет, друзья! Тема с масками набирает обороты. Неизвестно еще, когда затянется карантин, и маска стала частью стиля. И понравилась моя маска маме, поэтому я заказал ей такой же вариант, только синий. Как по мне, тоже сочный, классный такой женский вариантик. В чем преимущество данной маски, я уже оценил за время эксплуатации. То, что это маркер, это я разрывал. Здесь маркер. То, что можно вешать на ухи. А можно просто зацепить, чтобы она висела на подбородке. В случае чего просто натянуть ее за вот эту вот штуку. Классно, можно отрегулировать в нос, чтобы не давило. Или наоборот плотно прилегало. Можно также выкрутить вот эти штучки. Ну, все равно, насколько вы знаете, что коровий вирус меньше, чем маска, и все равно проникнет. Как бы он до лампочки, то таким образом через сеточку гораздо легче дышать. Особенно людям, у кого астматические всякие истории с астмой, и которым дышать в маске тяжело через вот такую вот сетку, как бы тут и не докопаются, и не видно издалека, что это сетка, но дышать, я вам скажу, гораздо проще. У себя я просто ее снял, потому что дышать проще, не задыхаешься даже в самом душном помещении без фильтра. Такие вот дела. Прикрутил, выставил. Все, оно не открутится, но все хорошо будет. И вот так вот носишь. Так вот ее сложил. Положил в карман. Надо, достал. Или повесил на подбородок и ходишь, как все, с маской на подбородке. В общем, прикольная масочка. Красивая, стильная. Рекомендую. Ссылочка будет в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Покеда вам.